Ич-ни-сан. Под умеренно спокойный японский счет спортсмены Беларуси начали свою двухдневную тренировку под руководством Александра Танюшкина. Сначала, как и полагается, комплексная разминка. Затем работа над базовыми техниками, на которых строится курс тренировок в карате и цикл боевых комплексов. Обращая внимание на каждую мелочь, оттачивая движение до автоматизма, Александр Иванович обращал внимание спортсменов на то, насколько разнообразным может быть использование того или иного приема в каждой индивидуально выбранной комбинации. Моя задача именно вот на базе базовой техники, ну, немножко освежить ее, показать то, что эта базовая техника не просто форма, а что она является формой как бы самообороны и защиты. На белорусской земле Александр Танюшкин – желанный гость. Уже не первый раз он приезжает в Брест, чтобы лично оценить уровень развития отечественной школы и мастерство ее учеников, которая, по мнению главного каратиста России, находится на достойном высоком уровне. В Беларуси, по мнению Александра Ивановича, не только поддерживаются классические японские традиции боевых искусств, но и постоянно совершенствуются смежные направления. Я видел, что уровень очень высокий, как бы, потому что вы, кроме стиле киокусинкай, ваши ребята занимаются очень так усиленно различными работой с оружием, прикладными всякими аспектами карате. Оценка трех уровней всегда происходит. Карате – это как бы боевое воинское искусство, которое имеет два аспекта. Это аспект школы, который связан с тем, что люди должны знать ката, технику, кихон. И еще два других соревновательных аспекта. Это аспект ката, по которому проводятся международные соревнования, ну и который как бы является тоже судьей международной категории. И еще проводятся международные соревнования по кумите. Не только усиленными тренировками запомнятся спортсменам двухдневные сборы под руководством Александра Танюшкина. В торжественной обстановке в присутствии порядка 300 спортсменов-участников спортивного мероприятия каратистам, успешно прошедшим экзамен на новую ступень среди черных поясов, были вручены сертификаты.